8 600 000 рублей. На такую сумму обогатили югорчане мошенников за 3 выходных дня. Способы обмана не отличаются новизной. Кражи с банковских карт, совершенные дистанционно, якобы доходные инвестиции в несуществующие предприятия, а также оформление микрозаймов без ведома потерпевших. Всего за выходные полицейские округа зарегистрировали 28 преступлений, совершенных по удаленке с помощью сети интернет и телефонных звонков. Чаще всего жертвами дистанционных злоумышленников становятся люди пожилого возраста. Правоохранители напоминают, что нельзя делиться личными данными с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись. При любых подозрительных действиях со стороны незнакомцев следует обращаться в полицию по номеру 102. Тем временем сотрудники уголовного розыска в Нефтеюганске задержали 19-летнего жителя Старого Оскола, который украл с чужой банковской карты более 20 тысяч рублей. За что задержан сотрудником полиции? За онлайн покупки с чужой банковской карты. Каким образом? На платформе Wildberries покупал вещи, товары не со своей карты. На какую сумму? 20 тысяч с половиной.